амоэбрид сироп. Конечно, к нам, наверное, люди редко обращаются. Это амебные и бактериальные дизентерии. Ну, понятно, что с такой проблемой человек сразу попадает в инфекционную больницу, а не в наш магазин. И поэтому, конечно, назначение. Но если это, например, ребенок не грудной, конечно, там школьного возраста, и мама может говорить, что что не съест понос, что не съест понос, можно смело рекомендовать. Если там они не приходят на консультацию,